Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня игра в Telegram Rich Animal от создателей Тон Завр, как-то так. Я зашла в ту игру, но работать там не стала. Как посмотрела, она давнешняя, а вот это вот новенькая. Значит, кого заинтересует, перейдя по ссылочке, кликните «Старт». Далее что? Выбираем язык. Естественно, я русский выбрала. Тут идет «Как играть» инструкция, чтобы начать свое первое. Так, чтобы начать, купите свое первое животное. Нам дают бонус. Мы можем купить мышь. То, что я и сделала. Я купила мышь. Далее. Зайдите в животные, чтобы купить. Сейчас все это будем разбирать. Я еще ничего не делала толком. Так, ваши животные производят сердечки. Собирайте их в разделе «Сердца в боте». Вы можете обменять сердечки на деньги. И здесь идет как бы 70% на покупку, 30% на вывод. Зарабатываю здесь в долларах, USDT. И здесь как бы идет инструкция. Далее, что я здесь начала гулять. Так. Получить первое животное. Вот я вот. Цена 500. Вот это нам дает бонус от этих местных монеток. Я купила мышь за 500 монет. Далее кошка стоит 3000. Я хочу, сразу говорю, депонировать, но можно пробовать, естественно, без вложений и зарабатывать своей активностью. Здесь пополнить баланс, это чуть позже. Вот я приобрела мышь. Она мне приносит 70 вот этих сердечек в час. Вот. Так, далее что у нас тут идет? Ну, это я смотрела, гуляла по сайту здесь. Давайте опустимся в самый низ. У меня одно животное. На балансе для покупок у меня 300 монет. Я вчера собрала как будто эти сердечки. Естественно, я сделала обмен, так как все это делаю методом тыка. Изучаю проект. И на балансе вот у меня такое количество USDT. Так, далее. Что здесь? Вкладочка «Пополнить баланс», «Вывести», «Вывод». У нас производится в различных криптомонетах. Значит, вывести деньги. Вы можете обменять игровую валюту на реальные деньги в криптовалюте USDT. Пожалуйста, выберите, каким способом вы хотите получить платеж. Значит, здесь есть что у нас? TRC20. USDT TRC20 Tron. Я буду работать с Троном. Далее USDT BEP20. BNB Smart Chain, USDT Тон, можно с Тоном, и CryptoBot Check. Назад. Значит, смотрите, вот это вот вкладочка «Баланс». Вот ваш баланс. Вот он идет. Следующая вкладочка «Животные». И вот здесь идет, как бы показано, мышь 500 монет, кошка цена 3000, далее собака 25000, ну и так далее по нарастающей. Купить, 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 когда и будет у нас монетки. Монеток достаточно. Значит, это обычные животные, вот это вот. Потом есть сильные животные. Вот, осьминог, змея, крокодил, ну и так далее. Уже далее посмотрите. Здесь купить это все. Назад. Значит, показала, да? Далее сердца. Давайте кликаем сердца.
собрать все сердечки. Клик вот сюда. Сердца вот сюда я кликнула. Собрать. Так. Я собрала 1073 вот этих сердечек. Значит, собрала успешно. Вы можете обменять их в обмен. Как бы вот сюда далее. Я после как собрала, клику обмен. И здесь я могу обменять, как бы, как я уже сказала, 70% на покупки, 30% на вывод. Клику обменять. И я вот обменяла на баланс на покупок плюс 8, плюс 3 на баланс для выплат. Давайте проверим баланс. Что у меня там? Не густо, конечно. Без вложений это все работать. Так. Вот у меня на покупки, на вывод. Как бы, да? Назад. Далее вкладочки вот здесь, когда ваш баланс, вот здесь рефералы, будет находиться реферальная ссылочка. Вот она. Так, обмен показала. Далее задание. Это скоро. Игры есть какие-то. Я сюда не захожу. Так. Интересные мини-игры, чтобы зарабатывать еще больше. Ну и вот здесь как бы... А, ежедневный бонус какой-то есть. Для получения бонуса вы должны на наш новостной канал. Но это позже. Можно подписаться, получить какой-то бонус, чтобы не затягивать. Я и так видео затяну. Так, задание. Настройки. Тут вы можете изменить язык и кошелек и другие параметры. Я кошелек не устанавливала. Значит, изменить кошелек. Язык можно изменить. Моя страна назад. Значит, изменить кошелек. Я хочу... Сейчас я это привязать кошелек. Буду работать с Тронлинком, как я сказала. Так. Копирую. И изменить кошелек. Значит, здесь вы можете установить ваш кошелек для получения выплат из игры. На данный момент мы осуществляем платежи USDT кошельки в следующих сетях: TRC20 Tron, Тон. Ну, я вам уже говорила. Вставляю кошелек и отправляю. Ну что? И ничего. Так. Изменить кошелек. Ладно. Установила. Так. И что меню? Так, русский. Хочу посмотреть настройки, что у меня там с кошельком. Так, вы указали следующие кошельки. Здесь у меня RC20. Что-то я не вижу. А, USDT. А, вот теперь, видите, все делаю в режиме онлайн. Видите, адрес вашего сети TRC20. Вот теперь я вставляю кошелек. Отправить. Ага. Кошелек для выплат изменен. Все. Назад. Так, а вот теперь я хочу прикупить животных. Я буду рискнуть купить
вот эту. Кошка за 3000. Значит, здесь 1000 вот этих монет, это $1. Значит, мне нужно пополнить $3. Так. Обычные животные. Угу. Видим, да? Так. И что мне надо? Обычные животные. Вот это купить. Это у вас не пополнить баланс. Стоимость, она в счете у меня вот сколько. Так, Вика, пополнить. И здесь что у нас? Банковская карта. Криптовалюты. Криптобот. Криптовалюты кликаю. Ну. Угу. Значит, что нужно сделать? Мы предлагаем. Так, популярных. Далее что? Что здесь? Пожалуйста. Вы можете отправить любое количество монет на любой из кошельков, и они автоматически будут сконвертированы и зачислены на ваш счет. Угу. Значит, и вот здесь актуальный курс игровой валюты. $1 1000 вот этих монет. Мне нужно 3000 вот этих монет, чтобы прикупить вот эту кошку. Все побыстрее будет. Значит, и вот на этот адрес мне нужно перевести $3. USDT TRC20. Я копирую вот этот адрес аккуратненько. TRC20. Копирую. Иду. И мне нужно отправить $3. Вставляю. Проверить. Next. Пишу 3. Send. Окей. Так, иду сюда. Я отправила. Так, теперь что нужно? Я отправила монетки. Так. Меню. Так. Так, я ничего не нажала. Меню. Угу. Надо обождать. Сейчас дождусь, когда придут монетки. И продолжу. Ага, вот мои монетки даже не стало. Хотела на паузу. Мы получили ваше пополнение. 3000. И что мне? Баланс обновлен плюс 3000 монет. И мне еще бонус дали 1050. И вот плюс 2 вот этих дали, и фри, и еще что-то. Макарет, ладно. Животные. И вот здесь я теперь могу, что у меня была одна мышь куплена за бонусные монеты. Теперь я могу купить вот за 3000 вот эту кошку. Купить. Вы приобрели кошка. Производительность 400 в час. И уже как бы далее. Мои животные. Угу. И всего 4 животных. Значит, смотрите. Мышь я приобрела за бонусные монеты. И я приобрела одну кошку. Одну. И 2 мне дали в подарок. Так как тут действует бонусная какая-то штука, дает бонусы, кто пополняет. Понимаем, да?
Ну, как-то так. Мои животные, так ваши животные, обычные мои сильные животные, мои сильные животные. Здесь еще VIP животные. Так, ну здесь вообще, наверное, 1000. Здесь вообще очень дорого, конечно. Вот. Ну вот как-то так. Все, я вам показала. Видео, ребят, немножечко затянуло, но ничего. Как бы. Настройки. Животные. На опасные животные, наверное, тоже очень дорого. Угу. Вообще какие-то звезды. В общем, все методом тыка, как бы я тут изучать. Я буду заходить, просто собирать сердечки. Эти сердечки кликать на обмен. Вот. Ну, а выводить как будет, что выводить, естественно, будет другое видео по выводу денежных средств. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, пробуйте без вложений своей активностью. Набирайте, можно набрать, как вот эту, собирать вот мышь эту, набирайте 500 монет, обменивайте сердечки и прикупайте дальше, развивайте, покупайте вот эту мышь, и все будет больше, 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 как бы, ну, как-то так. На этом буду заканчивать. Всем удачи, всем пока.